Пять? Я выйду, вот там. Помашу флажком. Покупаем такой флажок, когда едем в Швецию. Где у нас флажки еще есть? Вон там. Очень похож, правильно? Я даже не буду задавать, что это за флажок. Оказалось, в Риге сейчас гораздо лучше, чем в Швеции. В Швеции был дождик. Нам не подфартило с дождиком. Ну ладно, в общем, в следующий раз более удачное путешествие.